Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор велосипедной мигалки с сайта gearbest.com. Мигалка на двух полуваттных светодиодах с коллиматорной оптикой. Вот такая упаковка с кратеньким описанием. И внизу наклеечка магазина. Смотрим, что у нас в комплекте. Сама мигалка, крепление и две батарейки, которые уже я установил внутрь. Батареечки у нас были простые, ничего особенного в них нету. Крепление тоже простое, с минимальным функционалом. Мигалка устанавливается вертикально в своем креплении. Итак, что можно сказать по пластику на ощупь? По сравнению с мигалкой SN, которая у меня уже больше года, здесь пластик чувствуется гораздо более просто. Мигалка, скажем так, менее монолитно выглядит. Возможно, это просто такие, мне так кажется. Как открывается корпус? Две боковые защелочки, и мы разбираем на две части. По периметру у нас есть уплотнительная резиночка, вот она есть, мягкая. То есть герметизация у нас присутствует, упирается она в бортик внутри корпуса, так что дождь должна выдержать спокойно. Батарейки простые, дешевенькие, для проверки загодятся, для длительной работы лучше установить что-то более качественное. Кнопка включения-выключения, она же кнопка режима. Соберем обратно, защелкивается все. И смотрим на работу. Промигивание двух диодов. Такой вот интересный режим с затуханием. Один диод горит, два сразу и выключено. Всего три режима. По сравнению с SN мы видим, что у нас здесь оптика без рассеивателя. То есть при боковом наблюдении у нас нет вот SN один коллиматор рассеивающий, а другой собирающий. Здесь оба собирающих, оба дают такой более широкий пучок. Но при боковом осмотре, при боковом виде они примерно одинаковые, то есть вид сбоку у них будет не очень, скажем так. Хотя за счет своей яркости они очень неплохие. И здесь же мигалка со встроенным литиевым аккумулятором, можно посмотреть. Она дает гораздо более рассеянный свет, который заметен сильнее со стороны. Показать, как светит ночью, конечно, можно, но все яркости оно не передаст. Плюс матрица фотоаппарата передает красный свет с искажениями. Поэтому прошу поверить на слово, что мигалки значительно ярче, чем стандартная мигалка, дешевая, идущая в комплекте, там по 3 с красным, белым или на 5 светодиодов. Интересное устройство, яркая мигалка, которая будет полезна, если вы хотите быть дополнительно заметными на дороге. Крепление типа клипса позволяет установить ее даже на рюкзак и спокойно передвигаться с мигалкой на рюкзаке. На этом пока что все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Мигалка с сайта gearbest.com. Небольшое интересное дополнение. Если в мигалке SN стоят 5-мм полуваттные светодиоды, которые в коллиматорную линзу собирают свет, то вот в этих двух мигалочках стоят уже другие диоды, вот такие SND-шные, с тремя, скажем так, кристалликами. Не знаю, будет ли видно. Но на свете с мигалки очень хорошо видно. Вот по световому пятну вот три точечных источника со самого светодиода. То есть они дают более рассеянный свет, в то время как SN дает более такое узкое пятно, узкий луч. То есть в чем-то вот эта вот мигалочка у нас даже лучше, потому что он дает чуть шире свет при тех же коллиматорах, чем SN с 5-мм светодиодом.